друзья, вот только вопрос вам задам. Без чего невозможен Новый год? Вот давайте, ответьте. Так, шампанское, елка, салют, мандарины, оливье, снег. Небольшая подсказка, вот посмотрите на этот стол, что на нем? Вот что на нем? Посуда, правильно, кто сказал? Вот вы молодец, именно без посуды невозможен Новый год. Ну, подумайте сами, мандарины лежат в вазе, оливье в салатнице, елка стоит в ведре, Дед Мороз выпивает из рюмочки. И всем нашим артистам гонорары в новогоднюю ночь приносят на блюдечки. А песни про посуду нет. И мы решили исправить эту ошибку. Итак, песня про новогоднюю посуду. «Посудный бой». Они стоят в шкафу неровными рядами. Сегодня бой курантов, а значит трудный бой. Салатницы и блюдца, фужеры и бокалы. Сегодня каждый будет жертвовать собой. Фарфоровая армия стоит готова к бою и смотрит на посуду хозяйки детский взгляд. Стеклянными телами сегодня стол накроют. И первый взвод тарелок уж брошен под салат. И прозвучал хлопок. Вступают в бой фужеры, отважно на себя шампанское приняв. А дальше все подряд, враги не знают меры. Немногие фужеры в родной вернутся шкаф. Над маленькими стопками враг пасти разевает. Стопарики, пехота, им это не впервой. Они прошли гараж. Они прекрасно знают, как мал тот перерывчик между первой и второй. Все прибывает враг, тарелки не сдаются. Стакана канонада разносится звеня. А где-то окна враги пытают блюдце, жестоко прижигая окурками края. Все смешалось в кучу, пока за шпротами и падает на стол. И маленькая рюмочка на прозрачной ноженьке, соскользнув, разбилась о паркетный пол. Помадой на стекле и с кетчупом на теле ушел в посудомойку посудный батальон. С утра опять на стол и новые сражения. 200 для людей на счастье готов разбиться он. Фарфоровый 16-ти персонный батальон.